Благодарственные письма вручили 50 волонтерам. Среди них и молодежь, и те самые волонтеры серебряного возраста, без которых в городе не проходит ни одно мероприятие. В целом же такой командой, отмечают в администрации, добровольцы успешно справляются с задачами, которые курорт решает на региональном, всероссийском и международном уровнях. В том числе и благодаря волонтерам Сочи поддерживает уровень гостеприимного курорта. Ответственное отношение к делу привело команду к общему успеху. Мне сегодня очень приятно встречаться с вами и благодарить от главы нашего города Анатолия Николаевича Пахомова, от всей нашей администрации за то, что вы у нас есть, за то, что вы так по-доброму несете эту замечательную миссию волонтерства, миссию доброты нашего города. Я вас очень благодарю и желаю, чтобы вы оставались в рядах волонтеров и чтобы наши ряды с вами ширились. Спасибо. Огромное спасибо тем, от кого зависело проведение формулы именно в нашем городе. Это огромное, просто знаковое историческое событие. Ну и мы, серебряники, надеемся принять участие. Это 2020 года формула будет проходить в Сочи, пока не изменилось ничего. И надеюсь, что мы будем принимать участие и в формуле 2, и в формуле 3. И не только в формуле. И не только в формуле, однозначно.